друзья! Итак, сегодня я рассказываю, чем же я занимаюсь на карантине, как провожу свой досуг и чем развлекаюсь. Итак, поехали! Очень важным считается прополоскать горло раза 2-3 в день. Я делаю такой растворчик, половину ложки соли, половину ложки соды на половину кружки. Набираем горячей, очень горячей воды. И растворяем все это. Видите, у меня кружечка даже английская. The queen of the garden. И полоскаем. Если это делать все в целях профилактики, то, в принципе, заболеть... Я надеюсь, вы не заболеете. Я это делаю, даже сидя на карантине, для профилактики, для того, чтобы никого не заразить, когда я выйду из карантина. Иногда даже полезно проглотить пару глоточков и еще и нос прочистить этим же раствором. Сейчас покажу, как. Также зубки прополаскиваем и всю полость рта. Ну и вот так осталось у меня на один глоточек тут в кружке. Поэтому я наливаю на руку и вот так вдыхаю. Хорошо, если пройдет между носоглоткой туда внутрь. Это убивает микробов, это убивает вирусы. И вот если так прочистить 2-3 раза в день свои горло и нос, то, в принципе, вирусы вам не страшны. Что я еще делаю, пока сижу на карантине? Пеку блинчики. Мне тут мама прикупила продуктов. Их надо... Молоко, допустим, надо уже использовать. А молоко... Ой, нос прочистила. А молоко, как таковое, я не пью, поэтому делаю из него блинчики. Итак, как я готовлю блинчики? Ну, я думаю, все знают этот рецепт. 2 яйца. Немножечко растительного масла, чтобы они не прилипали к сковородке. Щепотку соли, щепотку соды. Около столовой ложки сахара. Все это перемешивается венчиком, взбивается. Молочко добавляем, все, что у меня осталось, чтобы его уже, а то оно уже завтра просрочено будет. Опять все взвешиваем. Муку я всегда сыплю на глаз, а там, если что, добавляю или подливаю еще водичкой. Должна получиться более-менее такая жидковатая смесь. Так, тут у меня... Уже почти готова сковородка. Двойное должно быть. Накалю сковородку. Блинчики я очень люблю, поэтому у меня все при себе. Не только блинчики, я люблю все сладкое, я люблю все булочки. Правда, не все булочки. Печенье перестала кушать. Это уже хороший знак. Ну, а так у меня всегда была такая упитанная фигура, но оно мне никак не мешает по жизни. У меня нет отдышки, ну, конечно, когда я не быстро хожу, у меня все прекрасно. Ну, заливаем. Вот и пошли наши блинчики. Жарится. Кстати, пока жарятся блинчики мои, покажу, что у меня в холодильнике тут. Мама закупила всего-всего. Творожок, сыр, господи, куча фасоли. Я привыкла есть фасоль в Англии. На завтрак, особенно с яичницей и сосисками, было очень вкусно. А сейчас я просто эту фасоль... Могу есть, ну, на бутерброд намазываю и кушаю. Так вот. Ну и там всякая тушенка. Вот эти восточные сладости я еще в Лондоне купила. Доедаю сладости. Сладости у меня в приоритете. Ну и всякие кетчупы. Ой, ничего не видно.
растительное масло, кетчупы, что тут еще, и всякие таблетки. Вот такой вот у меня холодильник, куча витамина С, и еще я люблю редьку. Вот. И вся морозилка забита у меня тоже курицей, пельменями. Потому что уже было понятно, что цены начнут расти, люди будут затариваться. А мы уже все эти предвестники предвидели заранее и еще до моей поездки в Лондон всего этого прикупили. И теперь спокойно живем, никуда не ходим в основном в магазин. Если мама ходит, она мне приносит под дверь. Оставляет пакеты, отходит на безопасное расстояние, и потом мы с ней немножечко пообщаемся. Ой, у меня уже блин горит. И она уходит домой. Так, чтобы ее не заразить, мы стараемся не общаться. Сейчас заварим чай, мой любимый базилик. Я его прям так в кружку насыпаю. Видите, какая у меня кружечка? Keep calm. It's only Christmas. Все еще с Рождества. И ждем, когда закипит чайник. Маслица опять. Все, со второго раза, когда он уже перевернут, практически немножко дожариваю. Высыпаю на... на тарелку и заливаю новый блин. Ну вот, сейчас напеку блинов и покушаю, и буду дальше заниматься своими интересными делами. Цветы сажать буду. Сегодня хороший такой день, яркий, солнечный. Сейчас покажу из окна. У нас, кстати, все абсолютно гуляют еще, дети. И такой вот вид у меня из окна. Яркое солнце сегодня. И Настя счастлива. Когда яркое солнце, мне все равно, где я нахожусь. Лишь бы было яркое солнце. Поэтому в Лондоне оно есть всегда, в Питере очень редко. Поэтому сегодня я счастлива, что я в Питере и что есть солнце. Кстати, вот по поводу юбочек. Тоже в Лондоне привыкла носить такие, очень удобно дома ходить. Вроде бы как в юбочке, но так как мне приходилось еще ходить при семье, в юбке не жарко, летом особенно. И вроде бы как в юбочке, но если наклонишься там, то в шортике. Ничего такого не было. И опять маслицем смазываем. И питаем свое тело и душу. Что это, карбонаты? Честно говоря, не разбираюсь во всех этих продуктах. Мне все равно. Я ем то, что я хочу есть. И никогда не парилась насчет того, что надо сесть на диету. Хотя, кстати, в Лондоне я потеряла 4 килограмма, потому что я очень много и быстро ходила, во-первых. А во-вторых... мало ела, потому что днем мне было некогда есть. Я все гуляла, и у меня с собой на один было только всего лишь 2 яблока и бутылка воды. Все это уходило, и к вечеру я приходила, кушала супчик и салатик. А салатики, они не такие плохие для диеты, поэтому салаты в Лондоне, это была моя любимая еда, и я покупала их. В России не могу найти таких хороших салатов за такую цену. Итак, с чем я ем блины? Купила вот такой спред в Лидлове. Называется Caramelized Onion, то есть карамельный лук. Это что-то типа среднее, типа между сыром и маслом. Все еще та рыбка из Лидла. Первый мой бутерброд, так скажем, сэндвич из блинов идет с рыбкой. То есть это самое насыщенное, что я ем, как в качестве еды. Так вот распределяю рыбку, заворачиваю. Потом, значит, идет спред, а потом мед. Намажу спредом. Тоже так понемножечку распределяешь по блину.
наполовину я всегда делаю, половину блина намазываю, а второй половиной прикрываю, и оно там уже между собой распределяется. Ну, а третий с медом будет. А, и еще, да, по поводу того, как поддержать свою иммунную систему, я вот купила, я буду еще рассказывать, витамины в Бутсе. Витамин Е – это так, для ногтей, для зубов, для кожи, то есть для красоты. А купила вот такой витамин B12, это Energy написано, для энергии. Мама мне принесла витамин А, это вот сейчас то, что нужно для поддержания иммунной системы пить. 10 капель в день после еды, насыщенной еды, или утром, или вечером пью тоже. А еще я купила витамин D, но он убивает витамин А, и я сейчас не буду пить. Кстати, витамин Е тоже для бьюти, который тоже убивает витамин А, тоже, наверное, надо пока прекратить. То есть на данный момент для энергии витамин B12 и витамин А, для витаминизации вашего организма, это самое хорошее. Ну, а я пока кушаю.